Всем привет. Сегодня будем аккуратненько проходить, попробуем пройти, точнее, Mirror's Edge Catalyst. Или как-то там он, сори. Еще немножко запыханный, замучился немножко с настройками игры и давно уже записи не делал. Ни одна программа толком не работает, половина вешает комп на всю катушку. В общем, помучился я маленько. Ладно, начнем. В городе Зеркал правит конгломерат. Все обычные граждане втянуты в добровольное рабство, бесконечную гонку за статусом и богатством. Но кое-кто из них решил жить вне системы. Ну, я озвучки не буду, там я буду читать. Бегущие зарабатывают на жизнь доставкой посылок и кражами. Крыши города принадлежат им. Пока они не противостоят властям в открытую, конгломерат смотрит на их проделки сквозь пальцы. Это равновесие длилось почти 20 лет. Нехило так. Лежать быстро! Вейт, мне страшно. Я буду бегать для тебя, Доган. Но Ной не должен. Ты должна мне много денег, Фейт. Я жду, что ты выполнишь обещание. Каждый новый день – это ваш шанс. Вы можете потратить его зря, а можете посвятить его саморазвитию и работе над своей карьерой. Вы – будущий сотрудник выбранной вами корпорации, и ваши возможности безграничны. Ключ к успеху лежит в раскрытии истинного потенциала через упорный труд и самоотверженность. Вы, как сотрудник, должны трудиться с максимальной отдачей. Последний день? Постоянно стремиться к совершенству. Я уж думала, ты с нами навсегда паразит. Мне это напоминает пятый элемент. Может, еще 3 месяца хочешь? Лень наказывает. Легко могу устроить. Личная свобода не дается. Ладно, пошли. У нас весь день впереди. Наше великое общество ожидает от каждого сотрудника вклад... Почему они все такие засранцы вечно? Нас было заключение сроком 12 месяцев, еще 9 месяцев за случай неподчинения признано годным... Условному освобождению. Да, конечно, решать тут я. Черт, ты не потеешь в этой маске? После освобождения... Ты должна немедленно устроиться на работу. Тебя будут отслеживать через сеть. Если не найдешь работы в течение 14 суток... Тебя незамедлительно перевезут в серые земли. Тебе понятны эти условия? Выпускайте уже. Грубый не голос, да? Раздевалка налево, паразит. Наслаждаться заслуженным богатством. Доган передает привет. Радуйся свободе. То есть нас не просто так освободили. Сейчас мы на секунду прервемся. Небольшие технические проблемки. Снова продолжаем. Извиняюсь. Не убрал немного громкость игры, поэтому меня просто бы не слышали. Так, ладно, чё ты? Кто ты? Что ты? Зачем ты? Ага. На shift мы раньше бегали, теперь мы на shift ходим. Слушай, интересно, а кто так руки держит при ходьбе, а? Так, ладно. Давай, выпускай, быстрее. Свобода. Ну да, действительно. По-любому нам сюда. Блин, а как же пнуть дверь и выбить ее? И я должна тебе верить? Ну, придется поверить. Возьми. Надо убираться с улицы.
Что? Плюс? Какого черта? Скайнет, пора мне влезла в мозг. Ай, да тут что-то не то. Так, не говорит, что я вот так вот буду бегать. Нахрена мне этот прицел посередине? Я что, бля, в Doom играю? Слушай, хреновый ты тогда, чувак. Ты просто недостаточно исправилась, чтобы это оценить. Я вообще не исправилась. Вот и все. Понятно. То есть это новый вид рекламы такой? Пора уходить с улицы. Охренеть, реклама прям в мозг. Блин, все это попри... Так, чё? Пыщ, окей. Хоть! Чё, серьёзно, я это сделал, да? Да вы... Фейт, нам надо срочно уходить наверх. Да, ладно. Чё-то как-то... Мне кажется, там было немножко высоковато для человека. Если только ты не Шакил О'Нил. Сори. Давай, опа. А, на левый контрол. Это прыгнуть так, чтобы не убить бошку. Ой, что-то мне это не нравится. Или я что-то не то сделал? Что я сделал? Кто это? Что это? А, это охранник. Так, легкая атака. На колесико или на что это? Да какой придурок, блин, на колесико драться будет, а? Что ж вы делаете-то? Да, управление жжет. Ребята, а мне всегда теперь будет показывать, что мне нужно делать? Может, тогда вообще я не буду играть, я не знаю, там... А может, я пользу хочу? Ну, блин. Раньше мы сразу бегающе это делали. А, ну да, да, здесь же... Кто не знает, здесь же, блин, скиллы теперь. Файт теперь не умеет всего того, что умело изначально в первой части. И все это надо зарабатывать. Да охренеть ты, блин, прыгаешь. Я не знаю, Супермен, блин, отдыхает. А, ну, хотя бы по бокам бегать умеем. Да, по-моему, весь смысл игры не останавливаться. Сокращаем пути. Оп, есть. Блин, да уберите вы этого красного человечка, нахрен вообще нужен? Да, стоять, конечно, прям разбежались. А, вот, на правую клавишу. Честно говоря, как-то слишком легко. Так, удерживайте левый контрол. Ну, драки сделаны отлично. Мне нравится, лучше, чем в первой части. Ну, просто я что-то не очень сообразил с приземлением.
Я правильно делаю или нет? Я была вежливой, но он не уходил. И теперь они знают, что ты здесь. Как будто был выбор. Ну да, надо уходить. Пойдем уходить? На... Когда на тебя чувак убегает? Мы снова разделимся. Забудь ты меня. Можешь добраться до тех крыльев? Конечно. Хорошо. Пульс у тебя должен быть скалиброван, и зрение ведущего работает. Иди по красному следу, встретимся на башне. Вперед. Господи, скажите, что больше не будет красного человечка. Закончен. Нажав левый Alt, вы отправите импульс зрения бегущего по красному пути. Активируйте зрение бегущего левый Alt. Нет, уберите красного человечка! Вы что, реально что ли издеваетесь, а? Зачем мне это вообще квест-хелпер для тупых америкосов? Опс. Сори. Так, отлично. Значит, теперь, чтобы узнать предысторию, мне надо еще почитать Mirror's Edge Exordium. Узнать, как она попала в тюрягу. Так, на секунду прервемся, я попробую полазить по настройкам и отключить вот эту вот красную эту фигню. Она убивает вообще какой-либо интерес к игре. Так, вроде бы я сделал, и вроде бы полосок больше быть не должно. Я выставил некий классический режим. Я выставил же классический режим! Так, ладно, сейчас еще секунду. Так, ладно, как я понял, человечек этот не убирается. Ну, будем надеяться, что все-таки это как-то, может быть, первое, типа, обучающее. Серьезно? Потом, может быть, будет попроще. Но если он вообще не убирается, тогда я, наверное, вполне возможно, буду ждать каких-то модов, которые, может быть, их уберут. Ты извиняюсь... Меня за ручку ведут по игре, и тогда какой смысл вообще играть? Я отправил ее на башню другим путем. Перекресток отрезал весь сек. Ага, хорошо. Я пока кое-что подготовлю. Так, не сюда, да? Ну ладно. Скорее, ты бежишь к офисному зданию, оно еще строится. Нам от них легко оторваться. Ладно, так делать нельзя. О, привет. Ручка. Хуя! Скажем словами Бадмана, спокойной ночи. Ну, я же их не убиваю. Так, не так, да? Я честно вот не понимаю, она может запрыгнуть на крышу, которая 2 метра. Но она здесь не допрыгнула. Да вы только обещаете. А, это знаменитое. То, что я видел в ролике. Так, не понял. Еще раз, пожалуйста. А. Пыщ, пыщ, опа, есть. Блин, но то, что она раньше скользила, мне как-то нравилось больше. Теперь она как-то просто падает, даже не перекувыркивается. А, она, наверное, еще не умеет перекувыркиваться. Понятно. Так, не... Во-во-во, вижу, вижу. Бать, кавабанга! Братья зеленые. Так, я тупанул, надо было, наверное, по стене попробовать. Наверняка можно было. Уйть! Уйть! Здрасте. А ты кто такой вообще? Как давно в группу пришел? Где-то год назад. А я вниз детства.
Может, хватит здесь права? А еще тебя схватили. И у Нои из-за тебя были проблемы. Да что ты можешь знать? Ну, посы кипятком себе наружу. Например, что я быстрее и осторожнее тебя. Ну, судя по первой части, она нет. Она меня жизни пытается учить. Прекратите, оба. Слушай, их вариантов нет. Единственный выход через башню Эвердайн. Важники и сек придется драться. Зар, загрузи файт боевой мод. Все, готово. Хорошо. Но это свежие боевые навыки. Блять, я что, густо зашел, что ли? Сгружать ли боевые навыки? Или матрица? Не волнуйся, Май. Я прорвусь. Так, левая клавиша. Хотя! Пнуть! Пнуть! И пнуть еще раз, как она хорошо пинается. Своими показателями отсюда. Давай начнем. Не так? Ну, нажмите А плюс левая клавиша. Нет, это просто пинок, блин. А, сори. Сори. Я что-то немножко подпривык к геймпаду, я от клав уже немножко отвык. Так, становление надо... Так, надолго выведены, наносите враги, наносит большой урон. А так, чтобы ударить эхо ногой... В сторону перил. В сторону перил. Окей, в сторону перил. Уи! I believe you can fly. Еще лучше, конечно, если ударить одного об другого. Сразу двух зайцев. Так, ну, боевка мне пока впечатляет. Не заморочено, никакой нахрен там не Mortal Kombat. Все мило и удобно. Господи, пожалуйста, уберите человечка, он меня раздражает. Отличная серия. Неплохо. Все правильно, Фейд, продолжай. Эх, не забывайте поле, не забывайте поле. Отстали меня вообще! Так, что там надо? А, ну теперь просто с наскока, я так понимаю. Опа, на тебе. Бежим, бежим, бежим. Ай, не долетел! Да, меня даже как-то немножко притягивает, походу, к нему. Не надо повторять обучение. Я готова, Ной. Ты всегда была отличным бойцом, Фейд. Ты справишься. Ну что, я думаю, первую серию на этом, в принципе, закончим. Я думаю, буду резать серии, наверное, где-то не больше, чем по полчасика, чтобы было более-менее интересно смотреть и не слишком нудно. Так что, всем спасибо за просмотр. Пока.